Что там? Уф, какая, уф, молодец. Нам вообще на второй этаж надо, это я так смотрю, чтобы ты отдохнул. Вон там лифт. Можно здесь? Поедем? М? Поехали на экскаватор. Там обуви много должно быть. Слушай, маску надо одевать, Леша. Ну, я так думаю. Вот здесь вот. Экскалатор на третий этаж. Все продумано. Да? Везде маски нарисованы. Давай оденем, а? Воскресенье все закрыто. Вообще-то я снимаю. Там обувь должна быть. Воскресенье все закрыто. Чудеса. Надо куртку. Я в шоке, все закрыто. Нет. Вон мир кроссовок. Мы туда взять пошли. Мир кроссовок, ну туда надо. Это наши покупочки. А что купили? Покажу дома. Странно, почему магазины в воскресенье не работают. Вот у нас сегодня 24 октября. Снежок. Вот такие у нас получились покупки. Сейчас вам покажу. 1000 рублей. Карельский дворик. Вот эти вот сосиски. Это вот все, что осталось. С сыром забрали. И блинчики. Видите, да, одной марки. Все очень вкусные. Если кто видел такую марку, вот купите, попробуйте. Вообще никогда не думала, что так настолько вкусно. Так, где-то 350 у нас блинчики. И вот такие вот. Там прям мясо, мясо, прям много фарша. Вот такие вот рубленые это и это. Очень вкусные. Так, дальше светофор. Так, дальше светофор. Салфетки купили. Еще вот такие дополнительные тарелочки. Взяла две штуки, они по 34. Очень красивые. Вон, смотрите, у меня еще какие цвета есть.
Так, губки по 15 рублей. Хлоргексидин. Сыр. А, вот такая икра трески. Я обязательно сниму дегустацию. И вот такой вот окорок тамбовский. Кому интересно, вот состав. Можете поставить на паузу. Так, дальше. Так, ну, в общем, ну и сыр. Так, вот по ценам 675 рублей отдали. Дальше мы заехали в аптеку. У нас закончился гель-крем. Финистил. 800 рублей большая пачка. 800. Это кошмар. Вот честно. Да, такие цены. И я купила вот такой, смотрите, Лепридерм 3D. Вот цена, кстати, 1039 рублей. Дневной крем для лица с омолаживающим средством. Последнее поколение. Ну вот посмотрим, насколько оно последнее поколение. Вот, в общем, вот. Сейчас я посмотрю и вам покажу, какая здесь баночка. Посмотрите. Ой, какой классный. 3D. Смотрите. Классный. Надеюсь, и по качеству тоже. В общем, вот, вот он стоит 1039. Такой же 1068 стоял. Я говорю, дайте он подешевле. Хоть на 30 рублей. Так, и покажу, что мы купили в торговом центре мужу. Самое главное, это вам не показала. Занавес 200 рублей. Это уже новогодний. Вот так вот. На окна. А в Волхове у нас в светофоре там, в том городе, завезли этот уже всякие очень много шаров и вот таких вот занавесов много и так далее. Здесь еще не так много было. Так, я вам сейчас покажу. В общем, вот так. Очень красиво. А вот здесь кнопочка. Сейчас попробуем. Да, разными, но вот синьким. Вот всякими разными цветами. Очень красиво. Нам именно такой не хватало. 30 копейками мы купили вот одежду в торговом центре. Ну, в общем, ну, это футболка, я уже не буду разворачивать. Чисто белая, и на ней Adidas написано. Две кепки. Кепки по 650 рублей стоят. Такие вот кепки. Дальше шапка. Шапка такая прям растягивается хорошо. Стоит 350. Так. Ну и вот шлепки, смотрите. Такой, ну типа Nike. Мягенькие. Вот они через палец. И такие же серые Adidas. Тоже через палец. Так. Они 550 рублей вот за пару. В общем, вот такие вот у нас интересные покупки в этот раз. Вот. Всем спасибо, что уделили внимание и посмотрели. Спасибо, что подписались. Подписывайтесь. Всем спасибо. Все. Пока-пока. Стараюсь для вас. Спасибо. Ты заходи, если что.